Hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале «Английский для начальной школы». I'm Юля, я Юля. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Для тех, кто уже подписан, ребятки, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, потому что если будет мало комментариев, будет мало лайков, я, к сожалению, не смогу выкладывать видео, ребят, потому что мои видео не попадают, их мало, в общем, мало просмотров, поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Пишите в комментариях, понравился вам урок, не понравился, может, у вас какие-то есть вопросы. Обязательно, пожалуйста, все это пишите в комментариях. Вот, ну и не забывайте, конечно, про лайки. Для тех, кто подписался, не забывайте про колокольчик, чтобы вы знали, когда выйдут новые видео. Итак, ребяточки, мы уже закончили с вами второй класс, мы полностью прошли с вами весь учебник. Вы меня научились читать, вы у меня огромные-огромные молодцы. Летом вы все хорошенько отдохнули, набрались сил. Ну и мы с вами приступим к третьему классу. У нас вот у всех такой учебничек красивый, зелененький. Это у нас был такой розовенький, да? А теперь у нас зелененький. Вот, ребяточки, и мы открываем с вами страничку four, page four. Это четвертая страничка. И у нас здесь написано «Welcome back». «Welcome back» — это с возвращением в школу, то есть с возвращением. И exercise one, первое упражнение, солнышки. Давайте прочитаем, что там написано. Помогайте мне, потому что вы у меня все огромные молодцы. Вы умеете уже читать, да? Вместе давайте с вами. Read and write their names. Read — это у нас прочитайте и напишите их имена. Давайте вспоминать, солнышки, да? Мы в прошлом году с вами во втором классе познакомились с героями учебника этого, да? Это у нас был Ларри, мальчик, да, Ларри, Лулу, Чаклс — это их питомец, да, и Нэнни Шайн — это их няня. И вот каждый из них говорит, Ларри говорит «Hello, I am». И сюда, где троеточие, солнышки мои, мы что вписываем? Имя, правильно, имя пишем. Ларри. Ларри. Тренируйтесь. Можете писать в комментариях, солнышки мои. Ларри. И что у нас Ларри говорит? Nice to see you again. Nice to see you again. Это у нас новое выражение. Когда вы встречаете кого-то, да, вы обязательно употребляете такое выражение. Nice to see you again. Так, солнышки, смотрим дальше. Что у нас говорит Лулу, да? Hello, I am. И где троеточие? Вы, пожалуйста, сюда напишите имя. Имя Лулу. Написали, теперь проверяйте. Если у вас все так же, вы мне огромные молодцы. Оставляйте, можете в комментариях писать, солнышки. And this is. И вот здесь вы должны написать. Кто это? Лулу говорит, да? Привет, я Лулу, и это... Кто это? Правильно, Чаклс. Чаклс. Hello, I'm Lulu, and this is Чаклс. И пишите сюда Чаклс. Если у вас все так же получилось, то вы у меня огромные молодцы. Не забыли, как пишется Чаклс. И что она еще говорит? Welcome back. Welcome back — с возвращением. Возвращением в школу. Так, солнышки мои, умнички. И последнее у нас здесь Нэнни Шайн, да? Что она говорит? Hello, everyone. Hello, everyone – это привет всем. Тоже можете это использовать, классное выражение. Заходите в класс и сразу говорите hello, everyone. Так, и она говорит I am. И правильно, Нэнни Шайн. Сюда записываете I'm Нэнни Шайн, я Нэнни Шайн. Записали, проверили, умнички, можете писать в комментариях. Так, солнышки, запомнили, да, фразы? Какие нам сегодня нужно фразы подучить? Nice to see you again. Welcome back. С возвращением в школу. Так, все, справились с заданием. Молодцы. Ребяточки, а сейчас упражнение 2. Exercise 2, page 4. Упражнение 2, страничка 4, чит-чат. Помним, да, чит-чат — это у нас беседа. И мы видим тут такой мальчик. Мальчик говорит: Hello, Rosie. Nice to see you again.
Да, вы догадались, да? Привет, Рози! Рад тебя видеть снова. Вот оно, наше выражение повторяется и в беседе. Так, девочка ему что отвечает? Hello, Jack! Nice to see you too! Привет, Джек! Рада тебя видеть! Тоже помним, да, ребяточки, когда мы видим to в конце выражения, в конце предложения, мы знаем, что это переводится как тоже. А когда в серединке, это будет слишком. Так, ребяточки, давайте еще раз вместе. Hello, Rosie. Nice to see you again. Hello, Jack. Nice to see you too. Так, остановите видео и самостоятельно прочитайте. После того, как вы прочитали, обязательно подойдите к маме, к бабушке и поиграйте. Вот беседу эту разыграйте. Вы мне огромные молодцы. А мы с вами идем дальше. А дальше у нас, солнышки мои, конечно же, песенка. Как же можно без песенки обойтись? Это у нас exercise 3, упражнение 3, page 5, пятая страничка. Listen and sing along. Слушаем и поем вместе. Так, солнышки, но для начала, прежде чем мы ее с вами споем, обязательно, что мы с вами должны сделать? Конечно же, ее прослушать. Сейчас я вам буду два раза читать. Вы два раза внимательно слушаете, обязательно, потому что ушки, помним, повторюшки, они все слушают, а потом вы повторяете. Поэтому я вам читаю, вы внимательно следите глазками, потом останавливаете видео. И читайте самостоятельно. Если вдруг у вас что-то не получилось, вы забыли, как читается это слово или что-то, обязательно перемотайте еще раз, прослушайте и потом прочитайте. У вас обязательно все получится, потому что по-другому просто не может быть. Вы мне все огромные-огромные молодцы. Итак, внимательно все приготовили ушки. Слушайте. Color me red, color me blue. Color me rainbow too. The doves are brown. The books are green. The pencil case is pink. What color is the sun today? It's yellow sun, I think. Ребяточки, обратите внимание, можно сказать What color is the sun today? А можно вот здесь буковка R, вот это будет подрыкивать. What color is the sun today? Тоже очень красиво получается. Color me red, color me blue, color me rainbow too. The doves are brown, the books are green, the pencil case is pink. What color is the sun today? It's yellow sun, I think. Итак, давайте, помогайте мне переводить. Color me red, color me. Это у нас раскрась. Color — это вообще раскрась. Me — это меня. Red — это красный. Color me red — раскрась меня красным. Color me blue — раскрась меня синим. Ребяточки, color me a rainbow to — раскрась меня также радугой. Вот такое интересное выражение. The ducks are brown. Помогайте. The ducks — кто это такие? Уточки, да? Duck – одна утка, а ducks – это много уже. The ducks are brown. Утки коричневые. Brown – коричневые. The books are green. The books are green – это у нас книги, да? Книги зеленые. The pencil case is pink. Pencil case – это у нас, да, пенал. Пенал розовый. What color is the sun today? What color is, да? Какого цвета солнышко today? Это сегодня, да? Какого цвета солнышко сегодня? It's a yellow sun, I think. I think – это я думаю. Тоже запоминайте это выражение. I think – я думаю. Я думаю, солнышко желтое. Так, вот мы с вами перевели, солнышки. Теперь останавливаете видео и читаете самостоятельно. Что-то непонятно, еще раз перемотайте и прослушайте. Вы меня огромный молодцы. Так, ребяточки, exercise 4, упражнение 4, page 5, страничка 5. Fun with colors, то есть веселимся colors, цветами, да?
И здесь, в этом упражнении, мы с вами должны повторить все цвета, которые мы изучали в прошлом году. Давайте повторим. Но тот, кто новенький, запоминайте, солнышки мои. И у нас здесь задание. Что мы должны сделать? Work in pairs. Работа в паре. То есть, если вы дома, можете с бабушкой, также с мамой поиграть. Можете братьев и сестер привлечь. Student A. Значит, первый ученик, что он говорит? Read the word. Read the word – это у нас читай слово, то есть читает слово. Student B. Второй ученик. Say the color. Говорит цвет, то есть называет цвет солнышки. И вот здесь у нас идут, будем с вами работать по этому, называть. По строчке. Например, первый читает слово. Читаем слово, что-то написано. Здесь написано слово black. Black. Black, мы знаем, это черный. А второй говорит его цвет. Каким цветом это слово написано? Конечно же, написано у нас желтым. Поэтому второй ученик говорит, что это у нас yellow. Молодцы. Дальше. Читаем слово. Как читается? Yellow, да? Yellow – это у нас желтый. Так, и называем какого оно цвета? Orange. Orange. Проверяйте вместе со мной, называйте. Так, читаем это слово. Здесь написано white. White, мы знаем, это белый. White. Так, и называем цвет. Say the color. Каким написано? Правильно, правильно. Blue. Так, следующее смотрим с вами. Давайте вот эту строчечку. Здесь написано, что у нас? Написано у нас brown. Brown, да? Мы знаем, что это коричневый, да? Say the color. Называем цвет этого слова. Yes, red. Red. Следующее читаем. Pink. Pink. Pink – это у нас розовый. А теперь назовем say the color, каким написано. Yes, green, green. Так, читаем следующее. Green. Green – это у нас зелененький. Say the color. Называйте каким. Yes, white. White. White – это у нас белый. Так, следующее у нас white. White. Say the color. Называйте цвет. Yes. Yes, 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 да. Это pink. Pink. А вот тоже у нас тут написано pink. Кто забыл? Так. Следующая у нас строчечка. Вот отсюда пойдем с вами. Называем. Green. Green. А теперь say the color. Говорите, каким оно написано цветом. Pink. Тоже розовым, да? Pink. Читаем следующее. Pink. Pink. А теперь say the color. Называйте, каким он цветом написано. Yellow. Читаем, что тут написано. Yellow. Да? Yellow. Say the color. Называйте, каким цветом. Правильно. Black. Black. Так, следующее у нас, что тут написано? Написано у нас тут white, white. Say the color, называйте каким цветом? Pink. Так, дальше у нас тут написано слово, читаем вместе, red, red, да, называем его red. Say the color, скажите, каким оно нарисовано? Black, yes, black. Следующее у нас blue. Blue – это у нас синий, голубой. Say the color. Называйте, каким цветом нарисовано. Yes, yellow. Так, следующее, последняя строчечка. Что тут написано? Здесь у нас написано black. 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 Black – это черный. Say the color. Говорите, каким цветом. Brown, brown. Читаем следующее.
white, white. White мы знаем белый, а теперь говорим, say the color, каким написано слово. Yes, blue, blue, синим голубым написано. Читаем, что тут написано. Написано тут yellow, да? Yellow, yellow это вообще желтенький. Say the color, назовите каким цветом. Red, red, красным. Так, читаем дальше. Red, red. Say the color. Говорите, каким цветом? Yes, white. Ну и предпоследнее. Читаем, что тут написано. Blue, blue. Blue это у нас синий, голубой, да, помним. А теперь say the color. Назовите, каким цветом написано. Yes, yes, pink, pink. Ну и последнее слово у нас здесь написано red, red. Red это у нас красный, а теперь назовем. Now say the color. Сейчас скажите, каким цветом. Yes, green, green. Вы мне огромные молодцы, вы повторили все цвета. Если что-то непонятно, перемотайте еще раз, просмотрите и прослушайте. Ну что, мои дорогие, наше занятие подошло к концу. Вы у меня все были огромные молодцы. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить классики, пожалуйста. Оставляйте комментарии, потому что это очень-очень важно для развития моего канала. And now the lesson's over. Bye!